В Нижневартовске сегодня снесут последний балок. Таким образом, столица Самотлора присоединится к территориям, которые закрыли балочную программу раньше. За 9 лет здесь снесли более 700 времянок и расселили жителей 26 поселков. С инициативой о легализации балков к правительству России обратилась губернатор Наталья Комарова. Ранее такого понятия в законе не было. На 2012 год в округе насчитывалось 9998 приспособленных строений. В них проживали без малого 11 тысяч семей. На сегодняшний день удалось избавиться от 95% строений, а их жильцам предоставили субсидии для приобретения благоустроенного жилья. Из окружного бюджета на эти цели выделили 13 миллиардов рублей. Сейчас вагон-городки остались в 7 муниципалитетах. В большинстве из них это единичные строения. Подробнее о том, как округ избавляется от балков, мы расскажем в программе «Больше, чем новости». Она выйдет в эфир завтра, 19 декабря, в 18:15.